17 апреля на базе школы номер 6 города Каспийска местное отделение движения первых провело заседание «Школа актива» для председателей и заместителей советов первых. В ходе собрания участники обсудили методику организаторской деятельности, ее этапы и правила. Отметим, что прошло собрание под руководством представителя местного отделения движения первых Ольги Мусанабиевой. Я рада приветствовать «Школу актива» наших всех первичных отделений города. Надеялась сегодня увидеть много ребят. У нас получается 17 учреждений и плюс еще несколько. Получается около 50 ребят. Вот сегодня кто-то не дошел, но я хочу поприветствовать, чтобы вы поприветствовали. Сегодня с нами работают вожатые школ города. Основная цель собрания – это формирование представления о содержании и формах деятельности организации, форм работы, необходимых для коллективного планирования и проектирования событий. Отметим, что проходит собрание 8 этапов – встреча, разминка, беседа, основные упражнения, мастер-класс, встреча с интересным человеком и рефлексия. Так, на встрече вожатым рассказали, что в процессе работы самое важное – это распределение поручения. Здесь должны сочетаться добровольность, заинтересованность и желание ребят. Поэтому иногда целесообразнее давать поручения не микрогруппам, а временным группам по интересам. Отметим, что почетным гостем мероприятия стала Бадуржиган Рамазанова, женщина, которая на свою пенсию неоднократно готовила посылки для бойцов СВО.